Вот они демонстрируют украинский флаг в окне под общее одобрение толпы. А вот другие кадры, снятые минутами позже, видно, как именно в этом окне на третьем этаже начинает разгораться огонь. В этот момент губернатор Одессы Владимир Немировский, по сути, дает боевикам Майдана лицензию на убийство, пишет в блоге. Действия одесситов, направленные на нейтрализацию и задержание вооруженных террористов, считаются законными. Как мы уже рассказали, большинство тех, кто пришел сжечь Дом профсоюзов, одесситами не были, а вот внутри находились именно одесситы. Боевики правого сектора первыми вошли в сгоревшее здание и сразу...